Всем привет! Очередная посылка с Алиэкспресс. Вот такая упаковочка пришла, переклеенная вся скотчем китайским. Здесь написано у нас отвертка. Добиралась посылка очень долго, неприлично долго. 15 ноября заказал, сегодня 4 января только получил. Несколько слоев скотчем была перебинтована, я уже это все предварительно, о, пачка какая, отклеил, разматываем. Пупырки не пожалели. Пришел вот такой набор бит. Коробочка в идеальном состоянии. Если кому-то там на подарок надо, вообще классная вещь. В общем, набор бит фирма Джакими. Новый стиль, как обычно они пишут. И вот такая модель GM 8101. Здесь у нас получается 33 наименования. Это у нас пинцет, удлинитель и сама рукоятка. И 30 бит. Вот такие биты стандартные. Проверить на оригинальность я не нашел здесь, чтоб стереть там какой-то там ярлычок. Ну, будем думать, что это оригинал. Все какие-то электронные адреса. Ручечка тут, подвешивать можно на стеночку, на шкафчик. Открывается она, интересно. Если сверху открывать, можно порвать из-за этой ручки. Так что лучше снизу открыть, преждевременно вот эту. О, язычок вытащили. Ну а дальше... В коробочке пусто, никаких инструкций и прочих бумажек. Вот такая красивенькая коробочка. Здесь у нас логотип Джакими. Джакими. Здесь у нас ничего нет. Пластик такой ярко-оранжевый. Ну, вот так оно выглядит. Вот у меня такой старенький наборчик есть. Уже все, наверное, его знают с интернета. Джакими 6089. Ну вот такие они по размеру. Здесь у нас 45 предметов, а здесь 33. Ну, функции одни и те же.
открывается этот набор. Кнопки нету. Надо положить слегка оранжевую часть вот здесь. Вот там вот такой язычок есть. Так что о, вот так. Еще приловчиться надо, чтобы не пообломать. Просто так, никаких пружиночек нет. Ну, зато можно вот так ее завернуть и положить. И работать. Пробиты ничего говорить не буду. Стандартные размеры разных бит. Последнее время меня интересует бита Т6, который я открываю телефоны Nokia. Вот маркировка. Сколько обзоров есть вот на эти наборы. Ни один обзорщик не показал маркировку. Искал я, искал на фотографиях, на видео. Никто не показал маркировку. Вот смотрите, маркировка есть. Я думаю, что это гравировка означает, что это оригинальный набор. Если даже я ошибаюсь, ничего страшного. Аккуратно работать и никакие грани не слижутся, как тут любят говорить, слизывается. Работай аккуратно и все, не переусердствуй. Вот такая ручечка идет. Ничего тут не крутится. Она такая прорезиненная. Небольшая. Пухленькая такая. Вот такой коротенький удлинитель. Мощный магнитик держит ее. Ну и насадочку какую-нибудь возьмем. Со щелчком притягивает она к себе. Это насадочка биту. Все аккуратненький такой. Получается, инструмент имеется, вот такой пинцетик небольшой, маркировка его. Вот так какие-нибудь винтики взять. Ничего такой плотненький. Крепко держит. Ну, тоже необходимая вещь. Устанавливается она вот сюда. Специальные такие пазы есть. Все компактно. Захлопнули. Ничего не трясется, не выпадает, все компактно и герметично. О. Ну, конечно, не ронять его, то расколется. Пластик есть пластик. Красивый наборчик, обзоров много, но я вот внес свое небольшое дополнение. Рекомендую, спасибо за внимание. Будьте здоровы и пока-пока.